С вас 2,87. А у нас нет денег. Что? Будешь шутки шутить? А ну давай, давай, давай! А ну давай, вылезай! Уходи! Уходи! Все спокойнее! Нахал! Успокойся, шеф! Простите, товарищ, вы не работаете прежде? Сколько они тебе должны? На бутылку. 2,87. Держи, сдачи не надо. Спасибо, гранный сейф. Извините, пожалуйста, но вы не должны. Вы совсем незнакомый человек, а за нас платите. Что ж, давайте с вами познакомимся. Меня зовут Чемизов Лев. Ася. Очень приятно. Геолог из Щиты, провинциал. Ярослав. Слава. Очень приятно. Андрюша, открой, пожалуйста, я тебе рубашку принесла переодеть. Не открою! Ну хорошо, мне спешить некуда, я подожду. Мне о тебе папа много рассказывал. Он говорит, что ты настоящий мужчина и очень смелый. И еще он сказал, что когда мы приедем, он покатает тебя на танке. Ну, в общем, ты умойся, переоденься, а когда выйдешь, я тебя покажу. Мать-то ждет. Ждет. Жена, небось? Я не женат. Ну уж не говори. Честно, чего мне тебя обманывать? Ну, любовь-то какая-нибудь есть? Была невеста, да сплыла. Виолеттой звали. Через 2 Т пишется. Красивое имя? Имя-то красивое, а куда она сплыла-то? Замуж вышла. Значит, не любила, коль не дождалась. Почему? Время пришло. Как это время пришло? Ну, пришло время замуж выходить. Жалеешь? Бывает. Thank you.
здесь делаешь? Отрабатываю равновесие. А? Ну, спускайся вниз. Зачем? Ну, надо проинформировать насчет работы. Вы что, с ума сошли? Отпустите меня. Тихо. Отпустите меня. Не шабаршись. Призывать это коммунистически работать, а сами что? Чужой женщине, да? Я член ВЛКСМ. А я член Бескома. Отпустите, говорю последний раз. Что такое? Прожил в одном штате 3 года, то обязан там и жениться. Не то смертная казнь. Империалисты, они и дома собственники. Слушай, солдат, пора обзаводиться чемоданчиком. У меня есть. Хочешь, подарю? Спасибо. Уезжать будешь, пожалеешь. А я твердо решил не уезжать. Что ж так, отслужил и к теще на блины. Что касается тещи и блинов, то здесь ближе. Это что ж получается, мне полный пассаж? Думал, о сроках договоримся. Да. Пластинку достал. Свадебный марш Мендельсона. Свадебный. Пиво наварил. Ну, сено, допустим, я продам, а вот пиво... А вот с пивом я тебе помогу. Что ж, свадьбы не будет? Будет.